В городе Полярные Зори сгорел микроавтобус с надписью «Дети». Желтая газель загорелась рядом с гаражом отдела образования. Как видно на кадрах, возгорание произошло в салоне машины в районе приборной панели. Водитель газели в этот момент находился на улице. Потушить огонь самостоятельно ему не удалось. Спустя несколько минут к месту происшествия прибыли пожарные расчеты и потушили горящую машину за считанные минуты. Пострадавших нет. Как откуда я знаю? Я туда подъехал. Ну и поставил, все, и загорелось. Проводка нас замкнула.